Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа. Предлагаю вашему вниманию мою реакцию на очередную 22 главу книги IQ в футболе Дэна Бланка, которая звучит так, которая называется так: «Удар с носка». Итак, начинаю с цитаты. Если и есть в футболе одна вещь, с которой все тренеры молодежных команд в Америке почти единодушно согласны, то это стойкое неприятие удара с носка. Удар с носка заклеймен в нашей стране позором. Мы учим детей не пить, не курить, не воровать и не бить по мячу пыром. Моя реакция – печальная информация. Удар с носка или удар пыром – это такой же опасный удар, как и наклбол и другие виды ударов. Удар с носка – это, пожалуй, единственный вид удара по воротам, не требующий подготовки. Но это еще не все достоинства удара пыром. Удар пыром – это удар, при котором мяч получает кинетическую энергию движения ноги с помощью ограниченной площади касания. То есть, когда бьешь пыром, то воздействуешь на мяч только кончиком бутсы, а это приводит к увеличенной деформации мяча, что в свою очередь предопределяет неконтролируемый полет мяча. Другими словами, при ударе пыром мяч смещается то влево, то вправо, то вверх, то вниз. Это очень неприятный удар для вратаря. А если учесть, что удар пыром можно осуществить без замаха, то это не просто неудобный удар для вратаря, а опасный. Делайте выводы, ребята. Цитата. «Не стоит стыдиться исполнять такой удар. Пусть он будет еще одним инструментом в вашем арсенале». Моя реакция. «Не стоит стыдиться ничего, что приносит пользу в игре. Нужно играть эффективно, а не так, как играют все. Большинство не должно быть примером для подражания. Только один факт того, что подобный удар делается без замаха, уже достоин внимания и применения. Не стесняйтесь тренировать и шлифовать этот удар. Когда-нибудь он вас выручит, и кто знает, возможно, этот удар спасет игру для твоей команды». У меня все, господа.